Американские ученые сообщили о новом научном открытии. Они доказали, как 14 миллиардов лет назад возникла наша Вселенная. С помощью мощного радиотелескопа, установленного на Южном полюсе, астрофизикам удалось зафиксировать так называемые реликтовые гравитационные волны, возникшие сразу после этого взрыва. Это звено цепи, которого до сих пор не хватало в космологии. Мы догадывались о его существовании, но не были уверены. Это звено искали почти два десятилетия. Это не просто находка, это потрясающее открытие. Ученые давно предполагали, что большой взрыв был связан с мгновенным расширением пространства. Но до сих пор эту теорию доказать еще никому не удавалось. Сегодняшнее открытие – это доказательство того, что Вселенная возникла из атома. Все, что мы сейчас наблюдаем во Вселенной, сначала имело размер атома, затем выросло, скажем, до размера баскетбольного мяча. И все это за какую-то долю секунды. Также ученые утверждают, что сейчас зафиксирован сигнал последствий большого взрыва. Руководители проекта, однако, оговаривают, что их открытие должно быть подтверждено и другими исследователями.